Рессорное производство градообразующего предприятия «Чусового». Отсюда продукция металлургического завода идет на российские автогиганты «ЗИЛ», «КамАЗ», «ГАЗ». Руководство ЧМЗ рассказывает министру природных ресурсов Юрию Трутневу о том, что в реконструкцию этого цеха было вложено 500 000 000 рублей. Более технологичное оборудование позволяет выпускать изделия нужного качества. В середине лист толще, по концам он тоньше. С обоих сторон вытягиваются концы. Это дает возможность уменьшить количество листов в самом пакете рессоров 2-3 раза. Экономичная получается продукция и качественная. Но для того, чтобы модернизировать все цеха ЧМЗ, это доменное, сталеплавильное, ферросплавное, прокатное производство, нужно вложить 20 раз большую сумму. Поиски источников предприятию готовы оказывать помощь власти. Принципиально важно, чтобы решение о реконструкции этого, в общем, гиганта, да, по краевым масштабам большого предприятия было принято и реализовано в максимально короткие сроки. А Юрий Трутнев на встрече с трудовым коллективом Чусовского металлургического сообщил, что проведет переговоры с собственником завода, председателем совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолием Седых, чтобы рассмотреть возможные варианты содействия на федеральном уровне. Познакомился министр и с инвестпроектом Лысвинского привода. Это предприятие – лидер в производстве электрогенерирующего оборудования. Спрос на лысвинскую продукцию есть даже за океаном, что обеспечивает заводу 20% рентабельность. Мы возим далеко в Чили через питерский порт. Участвуем в проектах сегодня в Эквадоре, несколько крупных проектов. Также Юрий Трутнев обсудил текущую ситуацию на дочернем предприятии Лысвинского металлургического завода «Полистили». Оно, наоборот, испытывает трудности с выходом на рынки сбыта. Надо, чтобы от них были какие-то предложения, потому что все-таки, когда мы сами придумываем, чего для них сделать, это не очень эффективно. Надо, чтобы предприятие понимало, что оно хочет, куда оно развивается, в какую сторону, а тогда может помогать правительству. С коллективами обоих лысвинских предприятий Юрий Трутнев обсудил круг социальных вопросов. Елена Закирова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.